Доброго времени суток, с вами генерал Наталис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Heat. В этом видео мы продолжим разносить цитадели, которые отделяют нас от заветной охотницы. Для этого нам понадобятся вертолеты, огнеметчики и пулеметчики. Итак, поехали. Цитадель. Парящий орел. Попал. Итак, смотрите. Первым делом нам нужно уничтожить иерихоны, которые завалят наши вертолеты при подлете. А потом наши вертолеты спокойно будут разносить базу. Итак, поехали. Пулеметчики отвлекают вышки. Один иерихон готов. Второй иерихон готов. С этим, я чувствую, будет сложнее. Ты даже чуть-чуть пушки надели. Ну, собственно говоря, все. Полетим с этой стороны. Хотя нет. Сначала убить главную цель. В запасике остался еще один вертолетик, которым мы будем здесь бомбу вот этим ротом. Очень обидным. Будем сносить и добивать до второй звезды. Давай, родимый. Вторая звезда есть. Ну, третий не будет точно, но хотя бы побольше процентов будет для приличия. Ну, вот, собственно говоря, парящий орел, пройденный на две звезды. Охотница все ближе. С вами был генерал Наталис Бегут, командующий армией джунглей игры Jungle Heat. Ставьте пальцы вверх. Нравится, не нравится, но ставьте пальцы вверх. Это очень круто, когда вы видите много пальцев вверх. Это очень сильно поднимает настроение. Подписывайтесь на канал. Вступайте в официальную группу ВКонтакте игры Jungle Heat. Ссылка внизу в описании игры. Скоро сниму прохождение бриллианта. Ну, я думаю, даже в течение там, может быть, если повезет, сегодня-завтра где-то так тоже выложу. Удачных вам грабежей, приятной игры в игру Jungle Heat. Всех вам благ и удачи. С вами был Наталис Бегут. Удачи!